Ситуацию на Донбассе оценит спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер. Визит запланирован на следующую неделю. Об этом чиновник сообщил в Твиттере. По словам Уолкера, главная цель поездки – оценить ситуацию с обстрелами боевиками мирного населения, а также выяснить, переживает ли регион гуманитарный кризис. Это будет не первый визит представителя Соединенных Штатов на Донбасс. Летом прошлого года Уолкер уже посещал зону конфликта.